Привет всем, я Александр Алёнин. Hi everyone, I am Александр Алёнин. Now I'm driving landscape from Gothic Night of the Raven from my heart. Я буду рисовать пейзаж с готики из своего воображения отчасти. Thanks for watching. I'm driving, I'm blind, blind land, I'm blind artist, I'm blind artist. You see this? I'm blind artist and you see this? So I'm blind artist. I'm nobody, no future. You see this. You feel this. Gothic. Night of the Raven. Харинис. Харинис. This is just Харинис. This is just Харинис. This is just Харинис. Just Харинис. Just Харинис. Just Харинис. This is just Харинис. This is just Харинис. This is just Харинис. This is just Харинис. This Gothic Night of the Raven. I'm Alex Adonin. I'm a loser. I'm loser. But have many landscapes, driving many landscapes, driving many crazy art, driving many pastel art, driving many landscape art, fun art from the Gothic and the other. But I'm crazy, you know it. Коронавирус. Предупреждение. Коронавирус. Предупреждение. Бездарный рисунок, да, ты, не спорю, у меня бездарный рисунок, я не спорю, я не могу нормально нарисовать детали, я не спорю с тобою, даже не спорю, я бездарен. Я не спорю с тобою, с тобою. Я не спорю с тобою о том, что я ничтожество.
Я бездарен. Просто выпей мою кровь. Она чиста, хотя бы кровь чиста. Хоть немного. Спасибо тем, кто донатил лекарство. Спасибо тебе. Я нарисую для тебя пейзаж. Или что ты захочешь. Когда ты захочешь. Просто для тебя подарок. Если я стану великим художником когда-нибудь. Если кто-нибудь напишет, как о Ван Гоге. Но никто в России не напишет ничего хорошего. Только всякую гадость. Это нормально. Да я прорисовываю плитки в Хоринисе. Здесь, короче, человек ремонтирует молотком проваршуюся трубу. Хрен знает, что за дичь происходит. Водой заливает здесь. Человека. Вот пальцами он держит. Специальными клешнями ее. Ремонтирует, короче. Специальным механизмом пытается отремонтировать. Что-то снимает, нет? Снимает потихоньку. Здесь стоят эти два стражника. Я рисую изображение. Какое-то странное
Странные вещи рисую. Если нарисую, как человек поднимается. Рыцарь. Просто попробую с воображения, как он выглядит. Надеюсь, сейчас не напорчу ничего. Не, уже напортил. Испортил. Пушка. Надеюсь, похоже хоть немного на рыцаря. Если ты любишь меня, так и скажи, но все не так просто. Никто не говорит этого мне. Это нормально. Потому что я аутсайдер. Аутсайдер. Часто аутсайдер. Короче, идет на верхний квартал. Все должны быть какие-то ложки. Господи, я всю жизнь буду одинок. За что мне это? Господи. Хорошо, я выдержу это все. Значит, так нужно тебе. Может, ты оберегаешь меня от чего? Не знаю, чего. Я бы просто хотел быть с тобой. Быть с тобой. Я избегающая личность, но я хотел бы быть с тобой. Быть с тобой. Я интроверт. Никто меня не поймет. С тобой. Остаться с тобой. Я бы хотел так. Остаться с тобой. Просто быть с тобой.
На улице очень холодно. Дома нет отопления. Они не додумаются включить отопление почему-то. Специально. Не думали, что они специально это делают? Как можно быть такими глупыми? Я глупый, но я бы включил отопление людям. Но люди молчат. Никто не включает отопление. Мы платим деньги за это. Ладно, похер. Ой, господи. Сейчас я буду в цвете рисовать. Сейчас я буду в цвете рисовать. Буду в цвете. Ну-ка, может. Я юродивый, как Форест Гамп. Да, это так. Вон поля. Тут столько сена должно быть. А тут что, тут должны какие-нибудь пастись зверушки. Не умею рисовать этих падальщиков, или как они там. Мог бы хороший пейзаж нарисовать, получается какая-то фигня. Может здесь нарисовать дом? Небольшой дом. Little home. Да, чуть-чуть. Little home. Yes, little home. Сарайчик небольшой. Подожди, оставь мне немножко. И здесь человека нарисовать, как он. Допустим, поливает из лейки воду. Он поливает из лейки. Здесь человек что-нибудь тоже работает, собирает что-то, урожай крышнями, всякое бывает. Ёлочек нарисовать бы сюда немножко. Ёлочку хотя бы одну, хотя бы одну.
Ведь это фирменный знак готики. Сюда елочку хотя бы одну. Что еще снимает? 21 минут. Сейчас я дорисую 30 минут, чтобы вырубилось. Блин, ну и хрень у меня получилась. Ладно. Оживлю людьми. Рисуночек. Все вырубается, а нет.
Нормально так перспективно получилось, только все равно не хватает скиллов. Сейчас 30 минут нужно. Лодочку небольшую.